Реабилитация для тех, кому во время пандемии было сложнее всего. Около 60 медиков, боровшихся с коронавирусом, остановились в Дагестанском научно-оздоровительном комплексе «Журавли». На целительном берегу Каспийского побережья врачи пройдут курс, включающий ряд восстановительных процедур. Заезд первой группы состоялся на днях. Хадижа Курбанова расскажет подробности. Восстановиться после длительной и изнуряющей борьбы с коварным заболеванием для врачей было острой необходимостью. Испытав колоссальную физическую и моральную нагрузку, они даже не ожидали такого подарка. Но научно обоснованное восстановление стало реальностью на базе оздоровительного комплекса. Сюда прибыло около 60 медиков, и каждую неделю состав будет обновляться. Конечно, тот ужас, который мы пережили за эти два месяца, апрель и май, это, конечно, очень тяжело забыть. И ни неделя, ни две недели, и месяц, это все просто невозможно забыть. Гидромассаж, психотерапия. Вот сегодняшнего дня у нас психотерапия началась, и мы очень надеемся, что в первую очередь это нам поможет. 6 числа заселились мы сюда. Очень приятно нас встретили все. Действительно, нас таких, которые мы переболевшие, которые отправили для реабилитации сюда. Всего в центр на морском побережье заедут более 500 медработников из 17 районов республики. Кроме того, здесь предлагают места для отдыха и московским врачам, которые также самоотверженно, очно и дистанционно помогали Дагестану в нелегкой борьбе с COVID-19. В числе первой группы столичных медиков в республику уже прибыли 3 медработника. Само приглашение было неожиданным, да, немножко непонятным, потому что как бы у нас бесплатного давно ничего нет. Вот, и я вот узнала о том, что благотворительная такая акция, пригласила своих докторов, вот двое докторов тоже. Когда мы вышли из самолета, конечно, нас такой обдал такой теплый, приятный воздух. Сразу почувствовали, что мы на юге, здесь тепло. Но у нас в Москве тоже на этот момент было тепло. Нас очень тепло встретили. Все сделано так с любовью, с таким вкусом. И вот это добро, которое делают организаторы, то есть семья Магомеда Хабибовича, им низкий поклон от всех медиков. Всех врачей принимают здесь на безвозмездной основе инициаторы благотворительной акции «Семья Магомедовых». Гендиректор комплекса рассказывает, что идея исходила от его больной матери, также работавшей в свое время врачом. Именно ее желание отблагодарить коллег-врачей за их героический труд дало старт акции. То есть мне сказали, что ей плохо, у нее состояние ухудшилось. Я приезжаю домой, и в это время мне говорит, я вижу, я говорю, мама, все сделаю, скажи, что нужно, что ты хочешь, чтобы тебе было лучше. Ты раньше чувствовала гораздо лучше, чем сейчас. Ты что-то очень сдалась. Мы так шутим, говорим. И она говорит, плачет, она говорит, если вы говорите, что-нибудь вы можете делать, она знает, что у нас есть объект, она здесь никогда не была. Было один-два раза, потому что у нее Паркинсон, очень тяжелой форме, и она вот очень страдает. И она говорит, если вы что-то можете делать, делайте вот этим людям. В планах у дирекции также проведение в научном центре медицинских консилиумов и конференций. Это будет хороший обмен опытом, который будет обоюдно полезен, считает Магомедов. Гости же в рамках программы реабилитации получат все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления. Обустроенный пляж, бассейны, гидромассажные системы и многое другое. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.